Всем привет! В прошлых моих видеообзорах я рассказывала о флешке и мышке. Обещала вам протестировать и рассказать чуть-чуть поподробнее о них. Что касается мышки, она мне очень нравится. Она очень удобно лежит в руке. Для прошлой моей мышки я покупала специальный аккумулятор, чтобы можно было ей дольше пользоваться. Эта же мышка на мини-пальчиковых батарейках держится уже около 3 недель. Когда мышка лежит без работы, она уходит в спящий режим в целях экономии. Вот. И это очень удобно, очень практично. В общем, я всем советую покупать эту мышку. Вот. А что касается флешки, флешка, по-моему, как я вам говорила, 512 гигабайтов в ней было. Я накидала 10 фильмов на флешку. Они весили 24 гигабайта. Ну, я поняла, что не стоит дальше кидать еще фильмы, что мне этого хватит. Вот. Посмотрела эти фильмы. Флешка пролежала около 2 недель в тумбочке. Недавно я достала ее, хотела посмотреть, что там и как там. Обычно на китайских флешках, если флешка долго лежит, то файлы не воспроизводятся. На этой же флешке все воспроизвелось спустя около 2 недель. Все хорошо, мне понравилось. После этого я отформатировала флешку и обнаружила, что там 499 гигабайт. Ну, не знаю, правда, неправда. Знаю, что 24 гигабайта там точно есть, и этого мне достаточно. Ну, а теперь, наконец-таки, мы перейдем к нашему главному. Это посылки. Сегодня мне пришли еще 2 посылки, и сейчас мы с вами их откроем и увидим, что здесь лежит. Первая посылка. Это вот такие вот штаны. Они были в 3 вариантах. Это зимний, осенний и летний. Я выбрала летний, потому что уже лето на носу. Вот. Зимние были уже с начесом такие тепленькие. Вот такие вот они. Они даже прозрачные. Вот. Вот такой вот карманчик маленький для красоты. Такие вот игрушечки, штучечки. Ну, в принципе, мне на ощупь приятные, такие легенькие, можно одевать летом, вечером, либо утром на пробежку. Мне нравится. Кстати, к видео я в конце приклею фото, где я померяю, и вы посмотрите, как это будет сидеть на мне. Следующая наша посылка — это, угадайте, что? Что-то такое большое, да? У меня кот на шкафу лазит, поэтому не обращайте внимания на лишние звуки. И это куртка. Конечно, с курткой уже немножко опоздали, ну что ж, буду носить в следующем году. Ой, какая она нежная на ощупь, очень мягкая. Я прям в шоке. У нас таких нету курточек. Прям хочется так и обнять и лечь с ней спать. Либо в ней. Вот такая вот курточка. Салатового цвета. Вроде бы ниточек нигде никаких не висит, не торчит. Если только так по мелочи. 2 карманчика.
Вот так вот она выглядит изнутри. Очень жаль, что она не двухсторонняя. Даже я бы ее носила с удовольствием в двух цветах, даже в таком цвете, как она внутри. Вот, ну, в общем, мне очень нравится. Я прям трогаю и вообще, ну, нравится очень. Советую всем заказывать такие курточки, но только те, кто живут подальше, чтобы у нас не были они одинаковые. Вот. Ну и на сегодня наш обзор закончился. Желаю всем удачи, спасибо всем за просмотр. Всем, кому понравилось, ставим классы, подписываемся на мой канал, ждем новых видеообзоров. Всем пока-пока! Кстати, ссылочки на товары я оставлю, как всегда, под видео, и вы сможете легко и просто зайти и просто нажать кнопочку «Купить».